работали стационарные посты Одинцово и Наро-Фоминск. Мы полностью отбирали все и в ежедневном мониторинге проводили исследования. Слава Богу, находок у нас превышающих ПДК не было. В Одинцовском филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области работает 98 человек. Все они ответственные и смелые работники, которые в пандемию трудились на передовой. Глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил сотрудников центра с профессиональным праздником и отметил лучших благодарственными грамотами. Спасибо. Поздравляю. Андрей Владимирович, спасибо. Мы рады работать в вашей команде. Спасибо. Мы любим наш город, наш район, наше население. Здесь проводят лабораторные исследования и выполняют важные задачи в эпидемиологическом плане. Андрей Иванов ознакомился с условиями работы филиала, а также осмотрел разные отделения центра. Похоже на самогонный аппарат. Нет, это прибор. Это радиационный испаритель. Он используется для, вот когда идет пробоподготовка, пробы заливаются растворителем, чтобы удалить растворитель, он за счет вакуума, за счет нагревания температуры, растворитель упаривается и остается сухой остаток, который потом в дальнейшем идет на анализ. В этом году службе Центра гигиены и эпидемиологии исполнилось 100 лет. Она занимает важное место в жизни Одинцовского округа и продолжает развиваться. Екатерина Крамер, Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцово».